Всем привет, решил я возобновить прохождение игры Shogun Total War Mongol Invasion. Так, вот ну, здесь намечается прорыв на Аваже. А у меня там практически никого нет, то есть так вот пытаюсь вот силу использовать. Так, и надо вспомнить, что мы тут вообще и как. Так, в общем, примерно все ясно. Наши стропы, ладно, пока не буду лучников здесь нанимать. Провинции Аки, в общем, завершаем ход. Да что ж тут, лишь бы куда-нибудь торгнуться. Звами покупают. Но потеряна провинция Арки. Зума тоже потеряна. Новый казна 6073. Так, продолжаем отводить нашего генерала. Ой, не сюда его отвел. Вот такую сейчас ротацию сделаем. Так, и нужно нам кого-то в границу Нагата тогда перебросить. Уже лучше вот эту, наверное, армию. А это в провинцию Аки. Выбрасываем. А вот этих тогда отправляем в догонку. Тот перебросим, так в Харине у нас. Ага, найм мы здесь не можем делать. Так, а что если здесь кого нам? Ладно, сейчас посмотрим по строительству. Что тут у меня строится? Ямашир. И можно сделать здесь найм. Так вот, копейщиков, наверное, здесь можно нанять. Пускай будут копейщики. Так, здесь два отряда есть. Высылаем их в ближайшую провинцию. Тоже наймем копейщиков. Попробуем пробиться в провинцию Сада. Так, где мы еще можем что-то нанять? Саки, нам бы построить, наверное, что-нибудь. Или ладно, там, сейчас опять все деньги спустим. Хотя вот Мимасаки бы нам нужно, да, делать наймы.
решаем ход. Так, Ямаширу под доджи. Хитачи дворец. Опа, ух ты ж, вас здесь сколько навалилось-то сразу. Не-не-не, я лучше отзову атаку. Так, вот Кавинсаки мы, в принципе, можем победить, потому что у нас тут вообще противника здесь сил очень мало. Поэтому идем на схожение. Противник здесь всего 240. Вызываем пока наших умных лучников. Опа, нас уже атакуют. Там свободную формацию. И распределяем наши покатики. Так, у них там кто? Корейские копейщики, да? Но они больших последних несут, потому что они не несут. Считай, поэтому. А мы для них прям со всех сторон обступили. Так, сейчас пока стреляемся, потому что кто-то не подошло там. Куда это тут? Уходите от нас. Не даем ему уходить просто так. Нужно нам по-любому наносить им потери какие-то.
Да, вот карантин. Все, здесь у них вообще открыто пространство. Их пехота очень большие потери несет, все они убегают, кстати. Он их выпал сюда. Продолжаем вести огонь. Давайте копейщики в атаку. Мы на копии здесь насадим. Берем их в окружение со всех сторон. Какие живущие сейчас наблюдают. Дальше бежит в поле боя, все. Но наш медь все равно сведет его в могилу. Итак, 177 противников уничтожен, наши потери остались на подъезде, я так понимаю. Все, провинцию Аки мы отбили. Так, провинцию Изума. У нас здесь в основном стрелки, у противника 240 бойцов. Так, начинаем сражение. Противник у нас на его видео.
вот так болельщик, давайте сюда вот сейчас перебросим. Ищите, давайте сюда вот. О, у них там тяжелый кавалерист, кстати. Да уж, этим будет сложно противостоять. Все равно очень близко подходят наши стрелки. С вами в бой наша пехота. Все, пошли на наших лучников, у меня пехота немного отстала. Чтобы мои копейщики вырезали. Что? Да что ж ты будешь делать? Генерал погиб и все. Ну хоть кто-нибудь. Вообще моего войска никакого боевого духа нету.
осталось мне 19 кавалеристов тяжелых, ну и все, у меня уже отступать начинают. Еще не хватало здесь проиграть от сражения. Ну давайте, остановитесь. Хоть кто-нибудь. Не, вообще все истощены, убегают. Вся просто армия коту под хвост сразу. И все сражения. Ну вот, вернули же, давайте. Просто бегут без остановки и все. Даже не пытаются остановиться. О, они там еще уже... Они уже еще кавалерий используют. Вот вообще, вот, монгольский тяжелый кавалерист для меня это вообще... Я не знаю, как с ним биться. Не остался, как говорил, последний отряд. Остальные все бегут. Не, все, они даже не остановят уже, похоже. Хотя такие крупные силы, по идее, еще. Еще можно бороться. Ну все ж, давайте добивайтесь, оно уже поражение. Даже нисколько морали нету, просто отступают и все. Даже не пытаются вернуться на поле боя. Да, конечно, поражение. 421 воина потерял, противник потерял только 102. Разгромное поражение. Так, и вот тут у меня... Ой, нельзя объединить. Такая тяжелая ситуация складывается. Монгол вроде бы наступает, надо бы им давать бой. Продолжаем отводить генерала. Так, провинция Аважа. Вытесняем вот отсюда монгол, давайте. Никто не интересен. Да ладно, пока. Пока держим Аважи провинцию. То есть нанимаем лучников. Так, теперь значит по строительству. Чтобы построить легендарный доджи лучников. Либо давайте им построим знаменитый кузницу по мечам, это добавит атаку. Сколько будет строиться? 4 сезона, как раз год. Так, провинции Хитачи строим. Плац доджи. Ичиго строим порт. Здесь превосходную ферму ставим.
Сколько она мне приносит дохода? 1008. Там плюс шахты же еще. Перемещаем вот эти отряд Ковачи к Валерии. Сейчас усилимся и будем выступать на провинцию Ава. Здесь из Изума они могут максимум на Хоки продвинуться, и все, дальше они из Трикобичу потом пойдут, а так они никуда уже не денутся. Тем более они там потрепанные. Завершаем ход. О, у меня еще вон где, оказывается, армия есть. Так, изывами монголы отступают. А в Микаве повстанцы. Да, у меня еще, кстати, 10 армий есть. Лучников. Здесь, конечно, у меня не очень много отрядов. Так, перебрасываем вот этот отряд сюда. Открываем, так сказать, второй фронт. Ага, но больше мне, походу, наверное, не хватит. У меня только конные лучники. Либо лучше кавалерий Нагинат опять, может быть, построить. Нанять, точнее, не построить. Так, захватываем, перебрасываем провинцию Хоки, и потом будем на Изума двигаться, хотя здесь у меня отрядов не очень много. Мне вот отсюда нужно будет, ну если что, мы отсюда конных лучников перебросим, потому что мне там стрелки нужны, кровь из носа. Этих выделим сейчас. В отдельный отряд. Ну, в принципе, у меня денег пока уже не хватает, деньги у меня закончились. Завершаем ход. Ну, конечно. И как раз и подкрепление прибыло туда, куда мне не надо. Так, с Сацумой монгол покидает. Не решим сражаться в Иване тоже. Не решим сражаться и надо провинцию. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ни в одном, так в другом месте не появятся эти монголы. Так, вот давайте отбиваем провинцию Ава. Так, ладно, давайте значит, сделаем тогда вот так вот. Делаем по-другому. Вот эти армии захватываем Изума. Отсюда двигаемся на Инабу.
А ты тоже армию не берешь, потому что там повстанцы, ничего с ними не могу сделать. В общем, пока у меня такой кризис в войсках. Но нужно монголов по-любому вытеснять. Кстати, на этот ход у них очень мало подкреплений, если они больше нигде не появляются, вот только вот это подкрепление. Но тут вот не видно, может быть, они еще и здесь где-то появились. Фиг их поймешь. Так, может быть... Вот эти у нас тоже здесь стоят без дела. Давайте их, хотя, конечно, я ими их против повстанцев хочу использовать. Давайте лучше будем продвигать их. Потому что у меня сейчас каждый отряд на счету. Так, это мне кто? Ниндзя? Где тут, кстати, можно, конечно, агентами заниматься, но мне сейчас просто не до агента. А кто у них здесь каги, интересно? Давайте мы ликвидируем вот этот повстанческий анклав кага. Но монголы сейчас, кстати, могут и на Тажиму пойти, и на Хариму, в общем, любое направление. Может быть, Хариму нам вот так вот сделать, чтобы они не продвигались никуда. Ну, конечно, могут на Тажиму продвинуться. Но, кстати, могут и на Мимасаку пройти. То есть в любую просто точку могут. Они двинутся, они будут двигаться, только вот куда вопрос. Хотя, блин. Да ладно, оставим пока генералы. Либо в Тажиму, либо в Тамбу. Но здесь мы сейчас с повстанцами покончим, и мы им все равно какой-то путь перекроем. Хотя, конечно, нежелательно, чтобы они вообще что-то захватывали. Далее, Сацуми. Эх, распределиться, у него сейчас хиоги. В общем, мне сюда нужно по-любому подкрепление сейчас. Давайте выбить монголов. Но у меня еще финансы все упирать. Кстати, что у нас по финансам-то будет? Давай прибыль 3717. Немножко, но хоть что-то. Доход с шахт 1000, доход с торговли 0, с альянса 0. Вот еще с этим мятежником как-то покончить надо. Отвоевать эти провинции обратно. Вон они сколько захватили, продолжают здесь продвигаться. Так, ну ладно, на этом сегодня завершаем серию. Всем пока.